Дмитрий Медведев сегодня прибыл в столицу Монголии. Там глава российского правительства примет участие в форуме АСЭМ, Азия-Европа, а также проведет ряд встреч. Медведев уже пообщался с председателем местного парламента Хурала, а также глава российского правительства встретился с президентом Монголии. Медведев выразил уверенность, что дискуссии на полях саммита будут полезны для развития стран и Европы, и Азии. Приветствие состоялось на русском языке. Я очень рад вас видеть на монгольской земле. Спасибо. Уважаемый господин президент, хочу выразить уверенность, что форум АСЕМ пройдет на самом высоком уровне, потому что вы подготовились, у вас много гостей, да. Будет много обсуждений самых разных вопросов актуальных и для развития Европы, и для развития Азии.